Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vivo X60 Pro произвести первоначальную настройку. В первую очередь выбираем язык. Конечно же, русский. Какой еще? Великий, могучий. Нажимаем «Начать». Следующим шагом выбираем наше местоположение. Пусть будет Франция. Точнее, Германия. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия соглашения с пользователем. Нажимаем «Далее». Затем принимаем заявление о конфиденциальности. Затем еще одно заявление о конфиденциальности. Затем уже можем не принимать. Затем нам предлагают подключиться к сети Wi-Fi. Но если же в вашем окружении нашлось ни одной открытой сети Wi-Fi, можете просто настроить ваше устройство офлайн и сделать это позже. Я имею в виду подключение к Wi-Fi. Затем настраиваем дату и время, убираем здесь все вот эти галочки, принимаем условия использования политики конфиденциальности Google. Затем предлагают установить способ разблокировки, потому что блокировка экрана, ну, просто любым самым простым способом, там, пин-код, пароль, магический ключ. Может быть, это отпечаток пальца, может быть, лицо. Также можете пропустить данный шаг и сделать это позже в настройках. Затем вам предлагают включить автоматическое обновление системы. Можете согласиться на это. Можете устанавливать вручную. И поздравляем. Ваш телефон настроим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.